Где, ладно. Где крыса? Где крыса? В этот... Я провалился, what the fuck? What the fuck? Ну чё, ты тоже провалился там? А, я просто ускорился и все. Ну, Гарри, это адская лестница, никто по ней, видимо, не едет назад. Раз, два, три, все, go. Пошли. Я прохожу, раш. Нет, не вышел. Я собаку убиваю. Прыгай. Убивай. Раш, 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 раш. Направо, 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 направо. Все, вставай здесь. Вот, в угол самый иди. Он же может здесь достать. Нет, в угол самый иди. Да, давай я сейчас захерачу собаку. Че? Ну, они попрыгивали ко мне. Все. Убил собаку, ладно. Да, молодца. Так. Главное самый угол вставать, потому что он как-то он допрыгивал, но он как бы и не допрыгивает на самом деле. Наверное, он допрыгнул. Ладно, я пока полечусь. Ну-ка, зажди! Ключ от глубин. Ну, ок, чё-то. Погоди, а я не могу мелок ставить. Ты можешь мелок ставить? Да, вторжение темной души. Вот почему я ничего не видел. Окей. Попробуй еще раз поставить, может, ты мне поможешь. Он здесь, ты быстрее! Говно! Меня ударили. Это я сейчас меня раз просто изобьет. Да я сейчас сдохну просто-напросто. Давай, появляйся. Призывать. Вас призываю, да, меня призывают. Все, давай, быстрее я появляйся. Я впервые призовусь. Я сейчас фантомом буду. Фантом Фейн, Фантом Фейн. А что, до этого не призывался сразу? Не, я разу. Блять, она ты меня ни разу не призывал еще. Убегай туда, куда-нибудь. Где он? Он очень сильно меня бьет. Где вызван он? Фантом. В каком месте? Дальше, дальше беги, куда в пятачку. А, блин, туда? Меня сейчас сожгут нахер. Я бегу. Два фантома дерутся, сучка! Давай, давай. Ну что, заснул, так заснул! Да, фу, yes. Да опять! Ну это было жестко, я прям вообще охерел. Все, пойдем. Так говно вообще, локация просто говно, и вот оно и правда говно. Тоже говно, и правда. Вся локация посвящена говну, блин. Воняет тут как раз наверняка. Вообще не радует меня. Дальше еще хуже будет, насекомые вообще какой-то бред. Я и постоянно отправление. Нет, но я еще пещеры могу выдержать, пауков могу выдержать, но когда говно просто, мне неприятно. Оно еще берет и поглощает тебя какими-нибудь. А, еще там будет локация, где эти лестницы какие-то из костей, блин, по которым хрен поймешь, куда идти. Вот. А, не иди налево, ты уже там подбирал? Нет. Ну ладно, можешь подобрать, для тебя сюрприз будет. Спасибо! Это говно меня жрет теперь, я сейчас сдохну же! Не, просто отпрыгивай от него, и оно не убьет тебя, не переживай. Ох, Иисус! Там потом маг будет, надо с ним будет поаккуратнее. Это говно по стенам течет, а какой ужас, кто, блин, делал? В каком больном уме нужно было быть, чтобы сказать, о, это круто, давайте говно по стенам течь будет, а ты говно будешь убивать. Зачем? Просто зачем? Какая гадость. Дискастинг. Так. Это крыса еще мутировавшая, без глаз какая-то, без носа, без ушей. О, да ема, просто 10 из 10. Блин, еще и крыса. Короче, я знаю, что это за кирк, вот он. Сосна рыцарь, куда ты приперся вообще? Сось хренасос, пришел сюда, блин. Когда мы были вернуть оставшуюся силу темной души. Опять вспоминается видео, где один чувак и вправду ебал крыся. Нет, это говно такое. Не, это другое. Ну это прям говно, да? Это самое настоящее. Просто корочка говна с вот этой жидкостью внутри. Что за хрень вообще? Зачем было это делать? Какая гадость вообще. Dark Souls, понимаешь? Я еще и арты представляю. Вторжение рыцаря. Вот этот рыцарь Кирк, я его убивал уже, этот петух. Мы его уж убивали один раз, соси. О, у тебя. Все что ли убили? А, нет. О, доминейтед, бич! Вы будете уроком, как вторгаться в наш сраный мир, ублюдок. Я кучу все. Представляешь, заходит с трех сторон его трибл пенетрейшн, как бы. Пропускать заставку или оставь? Оставь, посмотрим. Ну там крокодильчик такой сейчас вылезет, такой. Да, такой маленький рожа, а потом такая, смотри.
такой, о, тифу-тифу-ти. О, ты миленький, о, красавчик какой. А это не крокодильчик. Вот еще больше. Понимаешь, что это вообще... Да Ктулху, понимаешь, что это с крыльями, Ктулху какой-то сраный. Да-да-да, я тоже про Ктулху подумал. Я вижу, как призрак какой-то. А что не говнится? Он же говнился раньше. Он такой волны пускал говна. Ну, может быть, он сейчас и будет. О, все, убили, что ли? Ему убили уже. Он раньше... Я видел, как этот парень сделал анимацию, типа такой, ну чё, look at the chat. Ты сейчас к костру вернешься? Я прям сейчас... Это, перемещусь туда, сейчас, погоди меня. В общем, это только ради этой человечности фарминг. Мы сейчас до костра до тебя дойдем, он прям тут неподалеку. Я знаю, что он где-то тут. Я не знаю, где он конкретно. Прям. Но я помню, я спускался вниз, там всякие еще болота отравленные. Да. Это вот ты до сисек, походу, доходил как раз. Да, по-моему, я сиськи. Окей, зря это делал. Есть одна проблема. То, что когда мы до сисек дойдем, там будет подгружаться секунд 8. Вот. Поэтому ты не переживай, если так, и если вдруг игра вылетит. Вторжение темных жилей удает камиль. Ват? Вам быстрее беги к костру сюда. Вон она, вижу ее, падла. Как раз когда мы отравились, она как будто ждала. Тут можно еще кого-то призвать. Чувак, как призыв фантом. Да, тут очень много людей, просто они же на босса идут и на эту сисястую дуру. Пошла вон, стерва. Людоедка стерва. Мы можем сейчас сразу на босса, в принципе, пойти. Ну, короче, тут очень много людей сидят, которые хотят на сисястую полюбоваться и поубивать ее попытаться. Слушай, это говно выглядит страшно. Ладно, я попробую призвать. Призу фантома. Давай, детка, даже мне показывай. Я надеюсь, он придет. Он понял, что нас двое, знаешь, типа... О, пришел, как готов возвращаться. Ты куда? Там и пошел. Бля, ты куда? Зачем? Лучше пусть он сюда придет. Он нас выманивает. Ну вот я и хочу, чтобы сюда типа такой. Да, это огонь был от жука. А тут парень второй пришел? Я слышал звук, как будто... Ну я думал, что он пришел, но походу нет. Я вижу его, эту секиру, кстати. Видишь? Через стену. Да. Тут он такой на угрожение. Я в него стреляю, чтобы дать понять. Блядь, это он делает? Что-то мне не нравится, что он может. Я еще никому не просирал, у тебя я не просру. О, попал! О, сдох! Поклонись ему. Да хрена мы лысого. Ладно, все, пойду. Что-то у тебя прям эти темные души прилипают. Да, говорю, они, видимо, чувствуют 700 душ эти. Это девушка. Людоедка, которую мы убили. Да? Она... Давай призовем ее. Это которую мы убивали? Погоди, ну, ее убивали, да. Вот она нам мстить не будет, да, это людоед. А что это... Какой... Когда мы ее убивали? Мы ее недавно убивали, когда были в этом... Ну или я ее убивал, точно. Сейчас сиськи увидишь, кстати. То есть тут сиськи. Я знаю, что я увижу сиськи. Ну просто это благодаря моду сиськи ты увидишь, понимаешь? А, так они там, что были сиськи. Не, ну или да. Нет, там вроде как замазано, там не было вообще сисек. То есть были сиськи, но не до конца сиськи, а тут до конца сиськи. А то соски будут. Ну да, тут с волосами всегда. И что, меня забанят на ютубе, что ли? Наверное. Ну, не знаю, она няшная. Меня занесло все. Да, жди, сейчас он зависает. Я в ее сиськи стреляю, кажется, я убил удачно. Я замочили, да. Сиськи получили! Сиськи is dead. Сиськи just died.